А в Каспийске завершился кубок по футболу на призы муфтия республики шейх Ахмада Афанди. Мероприятие было приурочено ко дню единства народов Дагестана и 75-летию Каспийска. Призовой фонд турнира составил 200 тысяч рублей. Кто стал победителем, знает Хамз Нурмагомедов. Ему слово. 36 команд. Турнир по футболу на призы муфтия Дагестана в Каспийске проходит впервые. Участвуют исключительно жители города. Хотим, чтобы это стало у нас своего рода некое вот объединение, чтобы всех каспичан, всех молодежь, чтобы мы могли объединить. И в таком формате, чтобы проводить это. Вчера, сегодня это был некий праздник для нас на самом деле. Все пришли вместе, там все обедали, кушали, играли. И это на самом деле большой мотиватор для того, чтобы вот собирать людей. Игры проходят на выбывание. Формат 6-6. В турнире играют любители, работники разных сфер и даже спортсмены из других видов спорта. И очень приятно, что здесь есть возможность проявить молодежи, еще показать. И здесь это совместная работа с духовенством, спорта. Я думаю, что это очень важно. Вот эта работа, я думаю, что если мы вместе будем эту работу делать, значит, ребята будут здоровыми, физически здоровыми и духовно. Это самое важное. Турнир проходил 2 дня. В результате упорной борьбы в финал пробились 2 команды – «Авангард» и «ЕКХ». В основное время победителя определить не удалось, и только в серии пенальти с минимальным преимуществом победу одержал коллектив из ЕКХ. Честно скажу, я вообще не любитель футбола. Но, находясь здесь, сегодня, наверное, здесь провел где-то 5 часов. На самом деле было очень интересно почувствовать все эмоции. Конечно, самому даже иногда бывало, что захотел забежать и видеть, что здесь именно вот спортсмены. Повторяю, команды Каспий, ЕКХ и Аркада. Было очень интересно, зрелищно. И я думаю, чем чаще будем проводить такие турниры, тем больше станет, шире станет география именно подобных турниров, скажем так, дворового футбола. Всех победителей и призеров наградили медалями и грамотами. Помимо этого, команде, занявшей первое место, организаторы вручили 100 тысяч рублей и переходящий кубок. Второму месту досталось 50 тысяч рублей, а команде «Каспий», занявшей третье место, 30 тысяч. Отличившихся футболистов также отметили индивидуальными наградами. После такого турнира, конечно, справили в городе, но мы неоднократно чемпионы. Уважаемые братья, да, уважаемые наши помощники, выиграем, волонтеры, этой командой лет 10-15 разов 5-6 выигрывали, да? Может подойти, отнести. Значит, на этот раз тоже так же, да, выиграли. Ну, у нас один и тот же состав уже сколько лет, да. Мы чуть наигранные. Как-то. Подойдите, кто хочет большое помочь, спасибо, конечно, организаторам. Вот такой турнир хороший. Да. Всем спасибо. Организаторы намерены проводить турнир на призы муфтия ежегодно с привлечением большего количества участников. Хамз Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Багаудин Багандалиев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Каспийск.